Project Hope works in different countries around the world. We're working with medical professionals, we work with communities, with volunteers, and we provide humanitarian assistance. Project Hope works in Kazakhstan since 1993. During more than 20 years, we implement healthcare programs in different aspects of tuberculosis. There are some vulnerable groups of population which don't have equal access to health system, such as migrants. Меня зовут Сергей, я почему я здесь делаю? Живу здесь уже давно, уже с 2003 года, получается, работаю. И работаю сейчас в магазине, продаю сантехнику. За последние 5 лет, если количество мигрантов в Казахстане было более 3 миллионов, то из них только миллион, около миллиона мигрантов, были зарегистрированы только в 2015 году. И контроль туберкулеза в эпидемиологическом отношении, она предполагает также контроль туберкулеза среди мигрантов, которые несут, в свою очередь, определенную степень риска по распространению этого заболевания. И в связи с этим, с проектом ХОП, у нас, значит, проект по реализации трансграничного контроля туберкулеза в странах Центральной Азии, и она очень актуальна. Three major components of our project is migrant-centered care, supportive environment and regulatory framework. Migrant-centered care we means that we provide information to migrants through our NGO partners, and we have so-called friendly health facilities. Ну, я сидел на базаре на Тастаке, и здесь подошли ко мне ребята, волонтеры. И они начали рассказывать, что такая за болезнь есть такая. Я был такой в шоке. Ну, мне говорят, можно еще полечиться бесплатно, туда-сюда, короче, я говорю, да, ну. Иммигрантам еще лечиться бесплатно никогда не бывает такое. Вот не лечение, а сдача, ну как, анализы, когда сдаешь его полностью, как пройти. Ну, прошли, пошли в поликлинику, поехали, встретились, в 10-ю съездили. Полностью все проверили с ним. Потом пришел за анализы, у меня, оказывается, начальная стадия была. Что делать? Все полностью мне это раз, там обследовали еще раз и сразу положили в больницу. Полежал я в больнице, оттуда выписался. Проект ХОП, в частности, для города Алматы и для всей Республики Казахстан, я думаю, внес огромный вклад в различные отрасли противотуберкулезных мероприятий. И мы очень благодарны вот нашему комплексному плану, что есть раздел по активному выявлению туберкулеза, в частности, пилотных проектах. В частности, сейчас мы имеем возможность своевременно обследовать мигрантов на бесплатной основе. Кроме того, немаловажно, чтобы эти пациенты на амбулаторном этапе были привержены к лечению. То есть есть определенный социальный пакет и мотивация к продолжению лечения. Legal framework for migrants cannot be implemented just for one country. It's a regional dialogue. We work to find out barriers, legal barriers, and provide recommendation to the ministers which reduce barriers for migrants to access for treatment and diagnosis. Project Hope, я скажу, уже внес свой значимый вклад в программе борьбы с туберкулезом. На протяжении более чем 2 десятилетий она показала свою востребованность, свою значимость. И мы считаем его надежным, очень долгосрочным нашим партнером в нашей противотуберкулезной программе. Компанию ХОП я самое главное желаю здоровья, процветания, чтобы все люди верили, потому что вот как я был неверующий, а теперь я верующий, знаю, что такая компания есть ХОП. Тем людям, которые работают в этой компании, то, что они создают для нас, иммигрантов, все это. Вот то, что доносит до нас информацию, полностью не доносит, чтобы мы просто люди знали, что от этой болезни надо лечиться, а не просто так убегать или еще что-то делать, да? А я считаю, что это социально значимая работа вообще. И туберкулез передается воздушно-капельным путем. И есть риск заражения не только, например, меня и моей семьи, вообще всего казахстанского населения. Поэтому я считаю, что эта информация может как бы повлиять
на это. Поэтому это очень важная социальная работа. Next goal for Project Hope in Kazakhstan to expand these activities at the regional level and start implementation trans-border control outside of Central Asia.